Прежде всего, я хотел бы предложить мои дандават пранамы, лотосным стопам моего Курудева, Чишиман Бхактивиданта, Шируб Сидханти Махараджа. И также я хотел бы предложить такие же бесчисленное количество дандават пранамов моему Шикшагуру, Падападме, Нитялила Правишту, Умвишнупада, Штата Рашата, Чишиман Бхактивиданта, Шиланарайна Касвами Махараджа. И также собравшимся вайшнавам и вайшнаве мои низкие поклоны. Пожалуйста, примите от меня. Вчера мы слушали о Парикшите Махараджа, который спросил всех святых, что сегодня, завтра, послезавтра, в любое время, в будущем, есть ли личность, которая должна умереть, что является обязанностью личности. И все многие выражали различные мнения. Кто-то говорил о йоге, кто-то говорил о яге, кто-то говорил о тапасе. Шри Парикшит Махарадж, он начал молиться: «О Такурджи, который спас меня в лоне моей матери, я в действительности хочу слушать Харикатху в течение 7 дней. И, пожалуйста, я желаю слушать. Поэтому кто позовет Кришну, из глубины своего сердца будет молить о милости Кришны. Что Кришна совершит? Если кто-то чистосердечно молится, обращаясь к Кришне, Кришна обязательно исполнит желание его сердца. Точно так же мы все пришли сюда, в Шрупа Санатана Гаудия Мат, к Севаконше. И все мы находились в различных местах, в различных странах. Но сейчас мы во Вриндаване, в сердце Вриндавана, Севаконше, вы совершаете садхана бхаджан и слушаете Харикатху. Это же милость Кришны. Кришна и Шримати Радхарани, они даровали вам эту удачу. Сам Шри Кришна даровал вам особую милость. Поэтому, если тот, кто молится Шри Кришне, Кришна обязательно услышит молитву, и он все организует лучшим образом. Но вы должны учиться, как вы можете молиться ему из глубины своей души. Когда Шри Парикшита Махарадж обратил свои молитвы Шри Кришне, и милость Шри Кришны в концентрированной форме, она явилась в форме Шри Шукадева Госвами. Здесь объясняется Шри Шукадева Госвами, что произошло далее. Сын Шри Вьяса Дева по желанию Господа прибыл, и у него не было никакого отождествления с этим материальным телом, у него не было никакой одежды, и он, являясь атмарамом, который всегда совершает служение Господу, находясь в медитации, являясь авадутом. И когда все дети бросали камешки и песок, они думали, что это безумец, который по улице танцует, являясь авадутом. Авадут означает, у которого нет одежды, которая покрывает его, и никакого отождествления с этим материальным телом. Шри Шукадев Госвами Прабу пришел. В возрасте
от 16-летнего юноши. Его лотосные стопы были настолько красивы, нежные. Пуджи Паршидар Махарадж, он объясняет строки шлоки, которые объясняют красоту Шукадева Госвами. Он выглядел необыкновенно прекрасным. Его лицо очень было настолько прекрасно, выражая его духовное состояние. Шукадев Госвами в таком настроении пришел в собрание святых. Когда Шукадева Госвами пришел, все встали и со сложенными ладонями предложили ему дандават пранамы. Шукадева Госвами находился в возрасте младше всех, которые находились в собрании, но несмотря на это все с почтением встали, чтобы поприветствовать его. Шукадева Госвами сел на асану, которую ему предложили, и Шри Парикшит Махарадж начал, обращаясь к нему, говорить. Здесь важность заключается в даршане вайшнава. Просто обретя даршан вайшнава, сердце очистится. Просто думая о вайшнаве, вы сможете очистить свое сердце. Поэтому три раза в день мы совершаем джаятхвани нашей гуруварги. Почему? Потому что в этот момент мы можем памятовать о вайшнавах, мы очищаемся. Когда мы говорим «Ки Чай», «Джайет Хвани», для того существует, чтобы мы могли очиститься. Далее, Пуджи Паршидар Махарадж прославляет вайшнавов. То, кто видит с помощью глаз, кто касается лотосных стоп вайшнава, кто обретает чаринамриту вайшнава и остатки его пищи, тот обязательно обретет бхакти. Шри Шукадев Госвами, он сел, а Парикшит Махарадж начал спрашивать его большое количество вопросов задавать. Первым вопросом, затем далее, вот в этих сладостных шлоках, он обращается: «О, пожалуйста, будь милостив ко мне, что такое в этом материальном мире является самым высочайшим, и тот, кто обретает это богатство, он уже не желает ничего другого, потому что в материальном мире все, что обретается, обычно всегда материальное желание мы не можем удовлетворить и желаем еще чего-то большего и большего. И если, например, кто-то богатый, его спросят, ты доволен? Он скажет: «Не, я хочу быть богаче, я хочу быть самым богатым в этом мире». Как Индра. Брама мечтает о Брама Соке, о Шиваджи, как Туласи Дас, он говорит, что без Харибаджана все находятся в состоянии тревоги и страдания, и они никогда не удовлетворены. Вы знаете, это природа материального мира. Никто никогда не удовлетворен, потому что душа неудовлетворена и счастлива. И поэтому, что является самым важным, самым высочайшим в этом мире, то, кто обретет его, он уже ни о чем другом не будет желать и стремиться. Шукадев Госвами ответил: это бхакти, према, божественная любовь к Кришне. Когда тот, кто обретает в своем сердце, он будет полностью удовлетворен, когда Друва пошел в лес, чтобы совершать баджан, чтобы обрести царство.
и то, что полубоги не в состоянии обрести. Друва Махарадж, он просто совершая баджан Кришны, сам Шри Бхагавану пристал пред взором Шри Друва Махараджа и сказал: «О чем ты просишь меня, скажи, я дарую тебе». Сам Господь. И когда Друва Махарадж увидел Господа, он сказал: «Насколько я был глуп, что у меня было желание обрести царство. Я пришел сюда совершать баджан, чтобы обрести царство. Но когда я обрел твой божественный даршан, я понял, насколько я глуп. Это самое сокровенное, то, что возможно обрести в тот самый момент, когда я обрел твой даршан. Все желания ушли с моего сердца, я полностью удовлетворен. Мне ничего больше не нужно. Тот, который обретает камень, который исполняет, я погнался за стеклышком, которое, за осколком стекла, которое мне казалось очень ценным. Но в этот момент я потерял сокровища. И поэтому Шри Шукадева Госвами подчеркнул, что бхакти, тот, кто обретает Кришна прему, это является самым высочайшим богатством, которое не сравнимо ни с чем. И какова обязанность Пуруша, всех джив этого материального мира? Пожалуйста, объясни мне, в чем их обязанность? Чем они должны заниматься? Потому что в один день они умрут, и никто не может их спасти. Никто не может им даровать бессмертие. В конце концов, все в материальном мире приходит, имеет свой конец. И все живы этого материального мира, они должны умереть. Поэтому та личность, которая когда-то должна покинуть этот мир, каково его занятие? Чем он должен заниматься? В чем состоит его обязанность? В этих двух шлоках спрашивают то, что касается, что спросил Парикшит Махарадж, суммировано в этих двух шлоках, и все, что касается материального мира, и джив, которые живут в нем. И очень многое связано с этим, а то, что Парикшит Махарадж спрашивал, вы должны совершать киртан, когда в материальном мире постоянные пустые разговоры, сплетни существуют, какие-то мирские, и тысячи всевозможных вещей, о которых можно говорить. Но на самом деле, что вы должны слушать, о чем вы должны говорить? И то, о чем вы должны памятовать, и то, что вы должны прославлять, что является важной обязанностью. Всегда тот, кто думает о деньгах, о своих сыновьях, о достатке в семье, об образовании и так далее, на что уходит, когда дедушка или кто-то из родителей. Это общение, оно кажется очень важным. Служение родителям, своей родине, обществу. Очень много обязанностей существует в материальном мире. Но что является самой высочайшей обязанностью для джив этого мира? В чем обязанность заключается, которая является настолько всеобъемлющей, что тот, кто совершает эту обязанность, одновременно он может освободиться от всех обязанностей, которые связаны с материальным миром. И поэтому единственное служение Господу, потому что мы являемся вечными слугами Господа, который является нашей свадхармы, наши санатаны дхармы, это вечное предназначение дживы этого материального мира. Даса, даса, ну даса. Поэтому мы можем памятовать о многом, но в действительности, что является важным, памятовать о Кришне.
и какого вида баджан вы должны совершать всегда, continuously. В одной из шлока, шлоки объясняется, что такое высочайшая обязанность и то, что мы не должны слушать, что мы не должны говорить, что мы не должны пометовать. В этих двух шлоках Парикшит Махарадж спрашивает обо всем. И Шишакадев Госвами, когда услышал то, что Парикшит Махарадж спросил, что является объяснением этих двух шлок, он был очень счастлив, он был безмерно счастлив. Он очень обрадовался. Почему это произошло? Потому что эти вопросы. Они касались атмы. И поэтому эти вопросы, которые касались атмы, агьяны, знаний о душе, о дживе, и поэтому все с почтением отнеслись к этим вопросам. Почему? Потому что это касается всех. И Парикшит Махарадж задал для блага всех живых существ этого мира. Он обратил, и поэтому Шукадев Госвами сказал: «О царь, ты спрашиваешь эти вопросы не для себя, а для жив этого мира. Ты думаешь об освобождении всех джив, поэтому причине ты спрашиваешь меня». И те, кто задает такого вида вопросы, он действительно обретет большое благо. Кто услышит ответ на вопрос, он обязательно обретет Кришна-прему. И поэтому сейчас имеется три планетарных системы. Он перечисляет. Сварга — это материальные планеты и Датим — адские три. И поэтому Шри Харикатха, которую можно сравнить с Гангой, которая дарует благо всем трем планетарным системам. И тем, кто задает вопросы, кто отвечает, кто говорит, они все обретают высочайшее благо. Это Бхагават Ганга Катха, которая происходила в этот момент на берегу Ганги, она настолько важна для всех. Прежде чем мы слушали, очень многое можно слушать в этом материальном мире. Очень много разных событий, новостей происходит. Но что в действительности является важным для того, чтобы обрести истинное благо? Душа, когда она обретает благо. Шрила Бхактивинод Тхакур объясняет: вы всегда думать должны, кто я на самом деле, кто я. И почему я пришел в материальный мир, по какой причине я снизошел в этот мир, и чем я занимаюсь. И после, когда это тело разрушится, куда же я отправляюсь? Вы должны постоянно думать об этом. И эти пять вопросов
Шилабхактина Такур, который объясняет, что кто задает эти вопросы в своем уме, кто я, откуда я пришел, что я здесь делаю, и что со мной будет далее, каково моя... И тот, кто думает об этом, он обязательно обретет кальян. Что... Но мы никогда не думаем. Думаем о мире, но не думаем о себе. Что произойдет с нами? Какова наша конечная цель существования? И, как... и что нас ждет в будущем, после того, когда мы оставим этот мир? И о чем... Для грехомети, для греховрата, который постоянно думает, как я могу прожить, как я могу прожить этот день, и он постоянно, его мысли вращаются вокруг семьи. И когда вот с раннего утра он встает и до самого вечера, он думает о домашних делах, о том, что он будет, чем он будет питаться, рис, дал и так далее. Он задает себе такого вида вопросы. Как пройдет этот день для него? Шрила Шукадев Госвами отвечает в этой шлоке. Что, Джива? Дживы, они проходят, проходят и в течение всей своей жизни. Что происходит? Две важные вещи, которые это составляют их жизнь, это день и ночь. Днем они зарабатывают деньги, и как поддерживать свою жизнь, это они совершают в течение дня, а ночью они также совершают две вещи. Одна из них — они спят, и второе, и имеют отношения с противоположным полом. И поэтому так проходит жизнь. Итак, день за днем. И они не в состоянии понять, что такое является смертью. Что является... Все говорят, что повсюду слышно, что люди умирают. Все постоянно мы слышим в новостях, как все умирают. Очень многие вокруг нас умирают, но мы никогда не думаем о своей собственной смерти. Мы слышим о смерти других, но мы не думаем о нашей собственной смерти. Кто-то просит нас, пожалуйста, помолитесь на Расимху Деву за наше благополучие нашей семьи и так далее. И мы можем видеть все, что происходит вокруг. И когда Якша спросил Юдхиштхира Махараджа, что является самым удивительным в материальном мире, Юдхиштхира Махарадж, что он ответил? Что все умирают вокруг, но мы никогда не думаем, что мы умрем. Это самое удивительное. Мы думаем, что вот этот он умер, но мы никогда не думаем о том, что мы можем умереть. Мы никогда не можем поверить в нашу собственную смерть. Когда мы слышим об этом, мы можем посмотреть... Кому-то, например, 100 лет исполнилось, он все еще строит планы на будущее. Мы все отправимся в конце в Ямапуре, имеется в виду к Ямараджу. Но одновременно с этим мы думаем, что мы никогда не умрем. Кто-то умирает, но это не случится со мной. Почему? Мы видим, но мы не верим в это. И
в одной шлоке из Нитья-шастр, которая объясняет, кто совершает садхана-бхаджан, что... Что происходит далее? Если та личность, которая, например, желает заработать деньги, он должен думать, что я никогда не умру. Он строит планы на будущее, и он думает, что никогда не умрет. Поэтому он в состоянии заработать. Может в состоянии заработать. Тот, кто желает заработать денег, он должен думать о том, что я буду вечно жить. Но тот, кто желает обрести бхакти, он всегда думает о том, что я могу каждую минуту оставить этот мир. Почему? Потому что все зависит от милости Господа, и это может случиться со мной каждое мгновение. И то, что это... Человеческая форма, она очень редкая и очень трудно обрести в следующих воплощениях. Поэтому я не могу терять ни одно мгновение этой человеческой формы жизни, которая очень редка и драгоценна. Для служения Господу. Сколько жизней вы уже спали, занимались, защищались, следовали этим четырем принципам, которым люди живут в этом материальном мире. Но ведь только в человеческой форме совершать можно баджан. Поэтому Шрила Тривикрама Госвами Махарадж часто говорил по этому поводу. Что является истинной вайрагьей. Шрила Тривикрама Госвами Махарадж подчеркивал, что во всех формах животных и так далее, которые вы имели, воплощались в прошлых своих воплощениях, вы все это уже имели, все эти четыре составляющие принципы, вы занимались этим и раньше. Почему же вы продолжаете это делать в этой человеческой форме жизни, которая очень редка? Она настолько редкостна для того, что у вас есть возможность совершать баджан. Поэтому не тратьте свое время попусту, а сосредоточьтесь на воспевании святых имен Хари Кришна Маха Мантры. Кто совершает баджан, что далее? Тот, кто желает абхая, это означает совершенно бесстрашие, достичь совершенного бесстрашия, не бояться ничего в жизни. Он должен следовать ангам, бхакти, шраванам, киртанам и смаранам, которые являются три части, составляющие анг бхакти, которые являются очень важными для садака. Смаранам, киртанам и смаранам. Вы должны продолжать киртан находится в середине. Вначале шраванам, затем киртанам в середине, а затем смаранам. Почему? Потому что киртан является самой возвышенной целью духовной практики. И из всех составляющих анг бхакти самый высочайший принцип бхакти нама санкиртана. Из 64 составляющих Шрупа Госвами выделил 9 очень важных, из 9 также 5. Которые являются также очень-очень важными. А из этих 5 киртанам является самым высочайшим частью составляющих анг бхакти. Поэтому настроение преданности, воспевайте святые имена.
и тогда вы обязательно достигнете Кришна премы, совершая Нама Санкиртана. Постоянно воспевайте святые имена. Нет никаких правил и предписаний для повторения святого имени. Когда вы спите, принимаете ли вы пищу, когда вы просыпаетесь, повторяйте святые имена, когда вы совершаете служение. Вы всегда можете повторять святые имена Шри Кришны. Имеется два вида бхакти. Вайдя бхакти, Рагануга бхакти. Вайдя бхакти. Шрила Вишнава Хачакрити Дакура говорит, поэтому тот, кто совершает Рага бхакти, кому он служит, кому он совершает бхакти, и также тот, кто совершает Вайдя бхакти, и также о целях Вайдя бхакти. Они отличаются. Кто-то поклоняется безличному сиянию Господа, кто-то Параматме, кто-то Шри Бхагавану. И завтра я продолжу. Шрила Вишнава Хачакрити Такура дал очень хороший комментарий к этой шлоке. Мы завтра продолжим. Хари Кришна. Мы отключаемся.